Программа включает в себя более 30 различных проектов. Это сохранение и популяризация историко-культурного наследия Сочи, создание новых памятников природы, экотуризм и многое другое. Город Сочи обладает таким мощным культурным потенциалом, он фактически не используется. И поэтому программа направлена у нас развитие сети, предположим, маршрутов историко-культурных мегалит программ и введение, наконец-то, наших мегалитических памятников в объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Потому что парадокс. Английские мегалиты, испанские мегалиты, французские мегалиты являются объектом туристических потоков и раскручены по-крутому. Мы имеем более 3000, по-моему, объектов мегалитической культуры на территории полосы и фактически показываем в лучшем случае долю процента, и то не целенаправленно. Действие программы рассчитано до 2030 года. Финансировать проекты планируется не только из городского бюджета. Участники обращаются с заявками и в федеральные, и в международные фонды. Кроме того, к сохранению историко-культурного наследия города будет предложено привлекать бизнес. На днях программа появится на официальном сайте Русского географического общества. И каждый желающий сможет стать участником проекта. Привлечь к этой работе планируют как можно больше жителей города Сочи.